Привет всем, вы на канале Ани Казе, меня зовут Аня, сегодня покупки из магазина Fix Price. Муж купил себе вот такую шляпу на море с пальмочками. Также купили губки, цены покажу в конце, чек, зубную пасту Блендамед, такие вот восковые полоски взяла для депиляции и нашла вот такие вот маски для косметических процедур. Раньше я видела только такие на Алиэкспресс, теперь в Фикспрайсе есть такие. Печенье взяли, вот такое. И детям взяла футболочки. Футболки были по 200 рублей, 199. Нормальный такой качественный материал. Хлопок. Кирюша синяя и Костику такая же, только голубенькая. И сейчас покажу вам чек. Маски косметические были по 50 рублей, пакет 2 рубля, футболки 199, печенье 50 рублей, были еще чипсы, уже мы их съели, 13,70, губки для посуды 25 рублей, шляпа 99 рублей, вот это, дальше зубная паста Блендамед 55 рублей, восковые полоски 55 рублей и пиво 50 рублей, жигулевское. Так, и всего мы потратили 797 рублей 70 копеек. Вот такие вот были покупочки из магазина Fix Price. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.